Здравствуйте, это программа «Честное слово», я Маруся Загорская. Сегодня выясним, чем мужчины отличаются от женщин, кто главный в семье и может ли псих лечить. Поговорим с Алексеем Капрановым, практикующим психологом и консультантом. Я считаю, что в психологию от хорошей жизни никто не полезет. У мужчин очень скромная задача – стать богом. Мы-то от вас еще можем отдохнуть. Где-нибудь в гараже, в пивнушке и так далее. А вы-то от себя нет. У вас нет совести. Ну, ее нету просто. Ну, не получилось с первого раза, оно его и не надо. Следующего найдем. В кухне-кухне, в сортире прибранное сухо. Хорошо, когда в квартире нет мужского духа. Хотела разобраться, еще больше запуталась. Раньше мы боялись быть ненормальными. Так, а сейчас я горжусь своим инвазом, как говорится. Здрасте. Для начала, на какие вопросы вы не готовы отвечать, мы это у всех спрашиваем. А, на вопрос, что делать? Я в какой бы замаскированной форме он ни был, потому что я не знаю, что делать. Если бы я знал, что делать, я бы взял руководство за вашу жизнь на себя. А это очень опасно. Да что ж такое-то? Я как раз именно про это и хотела спрашивать. Вот, надо было как раз перед тем, как вот все настраивали, спросить, может быть, меня надо было... Теперь тогда будем выкручиваться. Давайте тогда начнем с таких, ну, грубо говоря, базовых понятий. Вот что такое здоровая психика? Это вот направление. Вот есть какая-то временная переменная, это зло. Вот она более-менее конкретна. А вот твори добро, и про добро ничего не понятно. Никто не знает, что такое добро, мы обязаны искать. И поэтому все великие книги, все-все-все устроены не то, что там «иди вверх». Нет, все говорят, не опускайся ниже. Тогда давайте обозначим точку низа. Как человеку понять, давайте три точки какие-то, как человеку понять, что ему пора сдаваться психиатру, психологу, терапевту, кому угодно. Когда-то Эрик Берн вывел очень хороший такой принцип. О нем говорят все психологи и психиатры. Но никто никак-то не сформулировал его. Чтобы человеку быть счастливым, надо не конфликтовать с тремя уровнями сил. С самим собой, с другими такими же, как я, ну и не нарушать законы Вселенной с миром в целом. Все время, походу, тебе нужен какой-то специалист, потому что ты все не время... Факт. Нет? Не факт. Сначала нам нужен не специалист, а на первых порах нам нужен пример. Почему вот это красивое выражение? Перестаньте воспитывать детей, воспитывайте себя. Они все равно будут такими же, как вы. То есть дети сначала учатся на примере родителей. И дети не слушают то, что вы им говорите. Они срисовывают просто и все. И если из всех карт реальности, мне больше всего нравится карта реальности школа, единственное, у кого можно списывать, это только у родителей. И поэтому мама там говорит, врать нехорошо. Потом звонит телефон, скажи, что меня нету. Чему научится ребенок? Правильно. Врать нехорошо. Он поймет, что врать нехорошо, да? Ну надо, да. Тогда как воспитывать ребенка, чтобы копить ему все-таки не пришлось? Я считаю, что самое главное – это научить ребенка быть ответственным. А вот ответственность у нас немножечко в советские времена определялась не так, как я говорю. Вот для меня ответственность – это готовность принять и самому исправлять последствия своего выбора. У нас родители вообще не умеют ребенку выбор доверять. То есть ешь кашу, больше ничего нет, ешь сейчас, потому что потом не будет. Вот на каждом периоде есть разная система воспитания. Сначала, когда ребенок очень мало понимает, да, у него авторитарная система воспитания. Я не могу ребенку объяснить, почему, поэтому говорю, просто тупо нельзя. А потом, как только ребенок начинает вырастать, взрослеть и так далее, мне желательно начинать ему объяснять, почему. Давайте быстро спрошу, с какого возраста объяснять надо? Нет возраста. То есть уже прям... Вот в этом возрасте вот это можно объяснить, почему. Угу. В этом возрасте можно объяснить, почему вот это.
То есть, когда ребенок маленький, вот удивлялись, как я воспитывал своего, да, младшего, что я его не ругал за то, что он написал посреди комнаты. Я сказал: прекрасно, пойдем. И мы с ним шли вдвоем в туалет, брали половую тряпку, и он это вытирал. То есть, раз ты написал вот здесь, бери тряпку и вытирай здесь. Потом пошли тряпку. Если ты замарал штаны, пойдем их стирать. Тебе не нравится, маме тоже не нравится. Тогда вот, и вот поступок-последствие, вот этому надо воспитывать. Ведь обычно обстоятельства, они заставляют действовать, например, быстрее. Но родителям часто быстрее накормить ребенка самому быстро постирать штаны, самому быстро все вытереть и дальше там куда-то пойти. Вот как раз перед эфиром я тут так вбросил такую тему. Есть понятие тактические победы, есть стратегические. Это когда-то я начинал свою профессиональную деятельность в наркологии. Самое, как я говорю, легенькое. Вот. И родители спрашивали, чего мы еще не дали своим детям. Вот они просили магнитофон, на магнитофон. Просили джинсы, на джинсы. Хочешь мопед, на мопед. Почему они ушли? В чем? Я говорю, вы у них отобрали самое главное, вы отобрали победу. Сыночка, вот сейчас ты не умеешь? Давай сейчас я завяжу, мы сходим в садик, а вечером мы сядем и научимся. Вот не забыть сходить, а потом вернуться и научить завязывать шнурочки. Опять же, вот до эфира вы сказали, что за тактику, за стратегию отвечает обычно в семье отвечают два разных человека. Да. Вот расскажите эту вашу теорию. Вот. Кто за что и почему? Ну, у того же Фрома есть очень красивая вещь. Есть три этапа взросления. Да? Первый этап – это садизм. Это не желание мучить, а желание подчинить, управлять. И ребенок хочет управлять мамой. Но мама для него не человек. Мама – это интерфейс для связи с миром. Поэтому мама прибежала. И вот мамой управлять. Потом, когда ребенок сталкивается с тем, что у мамы, оказывается, есть своя воля, и она вот гораздо могущественнее, чем я хотел бы, тогда вторая стадия – это стадия мазохизма, подчиниться. И тогда вместе с мамой мы всех накажем и всех обыграем. Вот, но тут есть понятие, кто главный. И в конечном итоге понять взаимовыгодность – это то, что называется симбиоз. Природа на это положила тысячелетия. То есть, кто главнее? Крокодил, который вот так пасть открыл, и вот эта птичка выклевывает у него. Он ее кормит. Или она его спасает? Не командовать и не подчиняться, вот это считается, ну, ответом на первый вопрос. Степень здоровости, взросления и хотя бы направления. Ну, расскажите тогда все-таки, повторю вопрос, про мужчин и про женщин, кто за что отвечает, да, и как вот добиться симбиоза? Вот в идеале, как эта схема выглядит? Я когда начал изучать мужчин и женщин, я честно скажу, я только из-за этого и пришел в психологию. Я считаю, что в психологию от хорошей жизни никто не полезет. Вот, и я угробил первый брак. Ну, то есть мы с женой вместе угробили. И вот когда я начал вас изучать, я понял, насколько вы другие. Более того, потом я вас возненавидел. Ну, прям честно. Женщин возненавидел прям ужасы, потому что, ну, это самое страшное существо. Ну нет, это вообще ужас. Самое опасное. И пока я не научился вас жалеть, потому что я понял, мы-то от вас еще можем отдохнуть. Где-нибудь в гараже, в пивнушке и так далее. А вы-то от себя нет. Женщина живет в тактической, здесь и сейчас. И женщина близорука. Вот, и она живет как выгодно на данный момент. А мужчина – это стратегическое, это дальнозоркость, это вон там. И из всех выражений семьи мне понравилось очень одно, очень понравилось. Семья – это безногий мужчина на плечах у слепой женщины. И я понял вот эту ответственность.
Когда женщина говорит, здесь ходить невозможно, здесь все колется. Ну, щебенка, да, босиком на щебенке плохо. Он говорит, а вот там, если мы сейчас еще пройдем вот там, то там будет вообще, вот как убедить? Почему всю психологию изучают по мужчинам, не по женски, не по женщинам? Потому что мужской мир делится семилетками. Первая семилетка – это микросоциум. И я через маму воспринимаю, что хорошо, что плохо. Вторая семилетка – из детства я выхожу в социум – это отрочество. Я выхожу в мир, и я начинаю понимать, что вот с другими сравниться. Так, тут уже не мама. Тут вот другие пацаны. Девочки, когда выходят, они себя не изучают, потому что звезды себя не изучают. Поэтому девочки сразу перепрыгивают и взрослеют раньше, чем мальчики. У вас сразу юношеская карта реальности. И мир делится на дебилов, которые не понимают, что я звезда. И нормальных людей, которые смутно догадываются, но они же все равно не знают, насколько я звезда. И только потом, когда девочка сталкивается с первой проблемой, что выбрали не ее, вот тогда она начинает изучать себя. И вам приходится делать шаг назад. Вот этот... Но мы все равно сравняемся. Все равно. Но вот так как психология сейчас стала модной очень штукой, очень много появилось концепций вот того, как, например, в семье взаимодействовать. И одна из таких модных, опять же, концепций, которую продвигает модный Лобковский, это то, что ну не получилось с первого раза, оно его и не надо. Следующего найдем. Нет однозначно правильного решения. Нет однозначно правильного. Но есть определенные законы, которые действуют на всех. Ну, не хочешь нести мешок, понесешь два. Не хочешь два, понесешь четыре. И поэтому, говорит, все жены одинаковые, только первая чуть-чуть лучше. Ну, все, что ты не проработал с первой, если ты сбежал, ну, у второй это проявится, ну, прорабатывай там. Мужчина обязан изучить образ мира, образ я, потом я в этом мире, и потом научиться делать выбор. Это образ мыслей. А поступать по образу мыслей – это уже образ жизни. Так вот, мужчина в итоге – это образ жизни. И когда женщина выбирает мужчину, вот это еще один миф, что мы якобы выбираем вас. Это вы нас выбираете. И вы выбираете как раз то, чего в вас не хватает. Почему, когда девочка-отличница в городе жила, да? То ей вот такой же усидчивый нахрен не нужен. Хулиган, да? Вот тот, кто чистил краденый наган, так соединились детские сердца, так узнала мама моего отца. Что делать вот родителям? Потому что сейчас, опять же, повальная мода во всем винить родителей. Родители не додали, не доучили. Но дело-то в том, что они уже, скорее всего, и не додадут. Не, конечно. И заново не перевоспитают. И велосипед не купят, если его не вот было. Вот самое страшное, знаете что? Сама фраза, что нам не додали. Это значит, нам должны были дать. Нам вообще никто ничего не должен. Они меня должны приготовить к этой школе. Ну не приготовили, все, вот, ну не приготовили. Научили ходить, но на одной ноге. Че, ну и учись на второй. То есть все опять самому. Хотя бы естественно. Да что ж такое-то, а? Естественно. А почему додали, почему должны были дать и сколько? Нам сколько не давай, особенно тетенькам. Когда-то... Вот меня обижает то, что вы так говорите, особенно тетенькам. Как сейчас скажу. У вас нет совести. Ну, ее нету просто. Просто. Ну, как можно требовать то, чего нету? Я даже вот, я буду там всякого... Ну, нету ее. И когда я понял, что мы выживаем за счет вашей бессовестности. Господи, это так здорово. Ну, просто вот у одних машин проходимость, у других скорость. И это разные машины. Нельзя требовать от Формулы-1 грузоподъемности и проходимости. Нельзя требовать от бульдозера скоростных качеств Формулы-1. Ну давайте, ну что это разные. Просто разные марки, разные назначения и так далее. Давайте помогать друг другу. Т-
Я просто тут сижу в шоке. Хотела разобраться, еще больше запуталась. Нет, а что тут запутываться? Итак, еще раз, вернемся на исходную. Для чего мужчина нужен женщинам? Мы вам можем отдать эти права? Да пожалуйста. Но 70 мужиков в одной казарме могут договориться. И это не наша заслуга. Да, мы научились. А 3 женщины в чате. 2 женщины на кухне. Все. Вторая мировая война. А что тогда делать? Вот у меня дочь. Получается, мы с ней уже на одной кухне. Но вы пока ей только 1.5 года, и за дверь ее рановато. Еще лет хотя бы 12 придется не как-то факт. Договариваться. Не факт. Есть понятие, мы животные стадностайные. Так? И есть правила стада или стаи там, и так далее. То есть мы еще пока на животном уровне. Детеныш пока на животном уровне. И там совершенно другие законы, там все нормально. Это еще не человеческие. Так вот это пока мама, это статусная самка. И она имеет право. Причем дочь наказывает только мать. А вот сына обязан наказывать отец. Мать не имеет права. И вот эти моменты, и когда люди вот послушали, как у меня одна говорит, там я говорю, смотрю, моя дочь начинает веревки вить из моего мужа. Я ему говорю, отойди на кухню, мы сейчас быстренько, как две самки, разберемся. Слышь, ты-то. И все, я как статусная самка. Это моя территория. Здесь я. И так далее, и тому подобное. Но травму я не нанесу своему ребенку же сейчас за это. Я же теперь книжки-то читаю, боюсь теперь травму нанести своему ребенку. Вся жизнь состоит из наших травм. Я говорю, как-то пришлось на одной тусовке нечаянно попасть к официальным психологам. И вот детские травмы. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, что такое травма? Ой, что вы не знаете? Давайте без учебников. На русском. В итоге... Это если что-то не по-моему. Гениально! Дождь пошел, психологическая травма. Тогда важный вопрос. Вот вы, значит, такой знаток этих всех теорий. Жена у вас тоже психолог. Как-то друг на друге отрабатываете вот эти все финты? Как понять, отрабатываем? Мы не отрабатываем, мы их учитываем. Мне жена, она все время, как-то первый раз это было сказано, мы шли через дорогу, еще младшенький был действительно маленьким. Мы его ведем, перед дорогой прямо, она говорит, Капранов, ну почему ты всегда прав? Я так вот замер, вот к чему она это сказала? Я не понял, сейчас через дорогу перейдем, разберемся. Мы переходим через дорогу, она говорит, ну нам ведь действительно всем не додали. Блин, это же мы 2 дня назад разговаривали, ну я 2 дня думала. У мужчин очень скромная задача, стать Богом. То есть Богом это не значит создать мир. А в этом мире, ну, на уровне демиурга, понять, как устроен, понять законы и помочь ей выживать. Вот эта логика, это причинно-следственные связи. Если то, если то, если то. И когда она увидела, что она же нашла мужчину, который выживал не так, как она, и вот в этой ситуации она говорит, а почему ты вот так поступаешь? Я говорю, ну, потому что вот так, так, так. О, здорово. Там мужиком-то управляют 3 взгляда, все. Первое, это с интересом, кто ты такой? Как ты выжил? Второй взгляд, когда женщины нас проверяют. А как вот так, вот так? Я говорю, да это вот так, я сделал выбор. Она, восхищение. И третий взгляд, это принятие с закрыванием глаз. Да. И все, дальше мужикам управлять уже не надо, он уже там кольцо в нос. Все. И я научился выживать, и она берет мои полезные навыки. Ей не надо протаптывать эту тропу, я ее научил протаптывать. И она только идет за мной, все остальное она умеет. Женщина – это обоз, а мужчина – это разведгруппа. Ну вот вы сейчас то, что все говорите, вот там кольцо в нос, там вести, это все же как будто бы не про личность. То есть личность, она должна сама вот выбирать, вот 2 личности, один вот это выбрал, другой второе выбрал. А в чем противоречие? Ну, как личность можно в кольцо в нос и повести куда-то? Ну, когда ты узнаешь собственные уязвимости, собственные слабости, там и так далее. Ну, что их отвергать-то? А если такие люди, которым вообще не нужен противоположный пол, вот там женщина живет одна всю жизнь, и ей кажется, что ей неплохо?
Хорошая песня есть. Марк Фрейдкин, его потом Макаревич перепел. Маша и ее сучка, что ли, прелесть, где они там с собачкой. И вот там последний прям куплет шикарный. В кухне, в комнате, в квартире прибрано и сухо. Хорошо, когда в квартире нет мужского духа. Пожалуйста. Кто же запрещает? Живите так. Понимаете, для большинства семей это уже факт. Вот там папа ушел, с мамой расстался. Что этой маме делать теперь? Давайте так. Даже не то, что там физическое присутствие отца. Ребенок смотрит, любой ребенок смотрит на мир материнскими глазами. Кстати, в войну очень много матерей воспитывали тоже без отцов. Но, тем не менее, они держали образ мужчины. Вот как бы поступил папа? Как бы поступил отец? Что бы он сказал? И так далее. А когда мама говорит, папа полудурок, папа дебил, то есть я больше 10 лет проработал в кризисном центре для мужчин. И когда вот разводные ситуации и так далее, я говорю, понимаете, ваша главная мечта, вот желательно очень, чтобы ваш бывший был очень-очень успешным. Тогда ребенок срисует с него. Конечно, это цель всех этих телодвижений. Вот по природе первая главная цель – это цель родителей – приготовить ребенка к выживанию в этом мире без меня. То есть, чтобы моя порода не закончилась. Ну, как я это понял? Это первое. Потому что я был последним из рода Капрановых. То есть, мой род аккуратно вымер. Я был последним. И то, что сейчас у меня два сына, я считаю, что как-то я уже свою программу, ну, что-то запустил. Я не знаю, будут у них дети, воспитают ли они их, но это уже их. Это, ребят, я дал вам, я вас выпустил из гнезда, дальше смотрите, решайте, стартуйте сами. Ну, вы знаете, что меня пугает? Вот во всей вот этой вот истории с психологией, мне кажется, что мы можем прийти к тому, что все люди станут скучными и неинтересными. Все научатся жить в симбиозе. Ну, тут ни драк, ни вот этого вот, ни выяснения отношений. Ну, как бы, ну, вот это все как-то скатится все к такому, к чему-то очень. Здрасте. Что-то я вообще ничего не понял. Вот прям по-честному. Так, это тоже сейчас, еще раз. Это сейчас вот первоклассник подойдет и скажет, нафига эта школа нужна? Ну, вот представь, мам. Сейчас все станут десятиклассниками. Это, знаете, как скучно. Они же все будут знать. А потом десятиклассники, ну, сейчас вот все вот высшее образование получат, и все. Это вообще тоска будет, да? Когда встречаются два широкоформатно образованных человека, не начитанных, а образованных, у них много образов. Да там просто сравнение образов, там, блин, не разойдешься. Когда посмотрели, как я, вы, говорит, можете за чашкой чая сидеть двое суток. А если вам еще коньячку туда капнуть, вообще вас не разгонишь. Как говорят, что все самые крутые вещи вообще в мире сделали психи. А если мы всех психов-то повылечим? Что значит психи? Ну, нестандартные люди. Так вот, когда ты начинаешь все это понимать, ты не становишься стандартным. Ты, наоборот, становишься нестандартным. Иначе я не буду интересен другому. Вот я интересен тем, что я нестандартен. И вот я могу предложить, вот если для симбиоза. Это не значит, что все станут крокодилами. Алексей, спасибо вам большое. Вот на этой приходите открытой еще. Теме мы прощаемся, чтобы была возможность еще меня ковырнаться раз пригласить. Обязательно. Вы играете в мафию, ну или играли, да, и у вас обожаю. Никнейм «Псих». Псих. Это признание или что это? О, раньше мы боялись быть ненормальными. Так, а сейчас я горжусь своим инрезом, как говорится, в этом анекдоте. Я горжусь, что я нестандартный. Я горжусь, что я не так играю, как они. Я никогда не буду какой-то там суперпрофи, как они. Но мне нравится играть. Для меня мафия – это именно игра. У меня нет желания выиграть, у меня есть желание поиграть. Но это же не только для игры, это же, видимо, какая-то позиция назвать себя психом. Ну, наверное. Ну, если посмотрите, мой олд псих,
У меня и почтовый ящик олд-псих, и скайп олд-псих. Ну да, старый псих. И все ржут там. Я говорю, ну вот если я такой, ну что я поделаю?